Гарик Оганесян всегда стильно выглядит. Поставь плюсик под. Мекка стендапа в Москве. Привет, Яся. Привет. Здорово. Мы Яси просто... Да, мы снимаем, типа, сегодня выпуск про этот. Ну, типа, часть будет про сет-лист. Сривас, это же сравнительно недавно появилось. Ну, типа, сет-лист именно в клубе. Не, на самом деле, он, типа, раньше тоже был, просто возобновился он. То есть, мы взяли с Кириллом за организацию. А. Йоу, чувак. Игорь Тарлец. Йоу, чувак. Йоу, чувак. Йоу, чувак. Как ты? Под запись надо говорить? Да. Хорошо. Да. Че, Игорь Тарлец, часто на сет-листы ходишь? Стараюсь постоянно ходить. Любишь? Да. Ты в выступлениях импровизируешь? Да. Ну, нет. В выступлениях я импровизирую, просто комментирую, как я отвратительно шучу. И все. А в сет-листе нужно все-таки придумывать материал. Вот, это очень прикольно. О, йоу, с лету залетел вообще. Спас это интернет. А ты что-нибудь используешь сет-листов? Есть у тебя такая тема, что на сет-листе что-то разогнал, потом это... Не, вообще ни в коем случае. Ни в коем случае принципиально? Там какой-нибудь только задаток мысли, знаешь, типа... Ну, возможно, в этом направлении можно подумать, а так вообще нет. У тебя, Вась, не было такого, что с импровизацией потом резко задумался о чем-то и развил это во что-то нечто большое? Нет, были попытки такие, но это всегда дерьмо какое-то. Привет, Марк. Здорово. Это для кого снимать? Да, мы делаем, короче, у нас есть проект. Я видел, да, я чуть-чуть смотрел. И мы делаем, короче, ну, типа, сегодня у нас тематика одна из, это будет сет-лист. Ну, типа, потому что ты, я видел постоянно, да, в сет-листе? Ну, когда получается, я стараюсь постоянно, мне нравится, типа, подобсираться чуть-чуть, то есть это заряжает немножечко. Но в целом, может, просто какая-то тема, если ты смешно ее рассказал, может, просто себе материал ее взять и все. А есть такая тема, что, ну, ты смотри, типа, ладно, здесь чистая импровизация, то есть, но в своих выступлениях ты позволяешь себе импровизировать? Ну, когда, блин, это на самом деле, у меня как бывает, типа, если я чувствую, что прямо сейчас можно что-то сделать, то да. А в основном у меня хорошо получается, ну как хорошо, более-менее получается, когда из зала кто-то что-то выкрикивает. Uh-huh. Я прям очень люблю эту хуйню. Ну, то есть, типа, тебе вначале же, блядь, сука, сказали, не ори нихуя. Да-да-да. Если комик спрашивает, тогда отвечать, не надо выкрикивать. И вот этих долбоебов очень приятно наказывать. То есть, они, знаешь, они, типа, выкрикнули, чтобы, типа, все обратили на него внимание. Типа, смотрите, я тут тоже, типа, нихуевый. И ты лобам, бля, и, типа, зал в любом случае на твоей стороне. Это тоже прикольно. Это такая, типа, некая магия, типа, знаешь, типа, владением аудиторией тоже прикольно. А в целом, это охуительная прокачка. То есть, типа, тут приходишь, если прям шутка получается, то есть прям с пустоты. Ну, это тоже, типа, в некотором случае такая магия легкая. Я тоже, я люблю сет-лист за то, что, типа, ну, типа, прелесть для зрителей, во-первых, ни ты, ни зритель не знает, что сейчас будет происходить. Да. Есть трепет в яичку. Да, я когда выхожу, я прям... Мне вообще нравится все, что комики снимают, чисто, ну, именно вне там клуба там или еще чего. Мы сейчас с Квашонкиным хотим, наверное, делать подкаст. Типа. Ваня. Мы вообще сняли пилот полтора года назад с Соболем, с Илюхой. Угу. Но он был в жанре типа интервью больше. Угу. Типа мы с Лехой задавали вопросы. А, с Лехой и Соболем. Да, с Квашонкиным. А потом, типа, ну, мы такие что-то пытались смонтировать его, но что-то, ну, не очень получилось, и в итоге забили. А потом как вышел хуже подкаст. И я такой, бля, надо опять заново сделать. И вот, сейчас ебем вала очень долго. И с Лехой я вчера созванивался. И вроде что-то до конца декабря мы должны что-то снять, и типа с гостями. То есть приходит актер, музыкант, похуй кто. Просто не интервью, а чисто просто, как у Джо Рогана, грубо говоря. Да. Похуй. Мне чем нравится Джо Роган, он обсуждает там... Бывают смешные моменты, но больше именно типа информативные. Я там очень много новых хуйней узнал. Я просто рассказывал, что типа прикольно как услугу сделать за рост. Это охуенная тема, рост. Другим умирает чувак, и ты такой, вы можете сказать там за 50 тысяч рублей. Не то, что знаешь, типа, панихиду грустно, если плачут. А наоборот, типа, приезжают комики, и ты такой. Близкие друзья комики. Да, ты узнаешь всю его инфу, типа там у родственников. Ну да, Петр Аркадьевич работал на заводе, да. Ну, может быть, он поебывал детей. Кто знает? Мы уже не узнаем. Родственники. Да, мы замечали. А я знал, это слишком долго племянники сидят у меня на ногах. Слишком долго.
Бля, я прям представляю, как одна по-любому бабка, которая не понимает весь рост. Вы чё, блядь? Вы что, ироды? Умирает, и ты про нее начинаешь. Она там же умирает, и говорит, ебать. Да, тащите ее сюда, прям сюда. Пошла к клинику. Мне такое ощущение, что типа я косплеер Марата. Очень хуёвый так. Да, очень хуёвый. Я вперед забежал, у меня чуть-чуть это... Все, да я как смотрел, я такой, блядь, надо вот это. У тебя же тоже были сережки, да, где-то? Серьги? Нет, не было. Чисто вышли. У меня колье, а там жемчуг, но... Здравствуйте! Привет всем! Спасибо большое, аплодисменты, спасибо. Ребят, сет-лист — это юмористический мероприятие. Это значит, что мы здесь сегодня будем смеяться и веселиться с вами. На этом экране будут высвечиваться темы. Темы для шуток. Комики, которые будут сюда выходить, они не знают, что будет на этом экране. Понимаете? Для них это сюрприз. Почему шоу импровизационное? Потому что комики никак к нему не готовы. Понимаете? Они будут выходить, у каждого будет по три темы. Они будут видеть тему первый раз вместе с вами и придумывать на это шутки. Вот что такое сет-лист. Так что похлопайте вообще так, как вы бы хотели, чтобы прошел сегодняшний вечер. Отличное ожидание, ребят. Давайте встретим первого комика на этой сцене с его импровизацией и сет-листом Евгений Сидоров. Здравствуйте, привет. А я хотел про лайк. Это Аяс Шабудина же? Это которая наебывает людей, правильно? Наталья, она наебывает вообще. Ну, просто пиздит что-то там со сцены. Во-первых, не пиздит, а очень грамотно рассказывает. Так, чувствую уже, что меня наебывать начали. Первый секс Шерлока Холмса. Ему было тогда 20 лет. Может, он задрот? Он, значит... Знаете, кого он трахнул? Кого? Себя. Себя он трахнул раньше. Себя. Меня? Да вообще что-то не на комедийной волне. Вау! Посмотрите, вот это... Вот что такое сет-лист, ребят. Давайте встретим следующего комика. Пожалуйста, аплодисменты. Марат Цикаев! Не указано что. Нельзя же ругать тему. Потрясающая тема, отличная тема. Как конкретно Бог создавал. Ну, смотрите, у них был чат, он сел в КС играть, и такой, парни, Его я создал. Типа, нет? Такая тема. Ладно, тут была разъёбка. Как конкретно Бог создавал. Ну, а есть верующие люди, как бы, сразу, чтобы понимать. Так, хорошо. Забитый чувак рыжий, да, весь татуировка. Веришь в Бога? Какого, блядь? В Вишну? О, Господи. Ох. Бог создал меня таким. Ладно, у меня тоже про такие есть, как Бог конкретно создавал. Но учитывая, что сейчас происходит в мире, конкретно в России, мы понимаем, что Бог немножечко долбоёб, да? Чуть-чуть совсем. Типа, дети с раком, типа, нормально, я Бог. Есть же нормальные дети. Как конкретно Бог создавал? Ну, я думаю, что у него был какой-то план, типа, да? Сатива, индиго. Ребят, такие шутки будут. Не будем глубоко копаться, просто... Давайте встретим следующего комика под ваши аплодисменты. Денис Антипин! Йоу, чуваки, йоу! Йоу, чуваки! Йоу! Йоу, чуваки! Че, вы как вообще? Йоу! Йоу! Давайте все вместе. Йоу! Йоу! Е, это мой зал, это рэп. Так, идеальный педофил. Это платим или моя новая? Новая. Новая, идеальный педофил. Начинает свою фразу йоу! Вы тоже вы втроем будете? Мы ходим, да. Вы ходите?
Хорошо, я думаю, блядь, что за форум инвалидов? Тут, так, ребят, у нас тут левый, у нас тут ходящий. Может, тут все видели, да, колясочки? Чисто замечают такие, блядь. Разъебу, блядь. Ой, ебать, у меня тетя один в один как быть. Блин, круто. Я понимаю, почему вы вместе. Прикинь, я как-то это понял сейчас. Как бы осанка и... У вас секс, наверное, дикий. А вы, подождите, а вы трахаете? Ну, я, бля, вдруг... Меня зовут Денис Антипин. У меня же три темы, да, у всех? Да, все, спасибо большое. Вы классные. Йоу, чуваки! Нихуя себе, это чё, Коваль Блок? Ты чё, ёбнутый? О чём ты поговорить хочешь? Тебя все. Ты комедией пришел, я видел, знаешь, в Москве тоже такие чуваки были, которые пришли заниматься комедией, и они такие, да, я в тусовке, и там какая-нибудь шутка про мамку, и там видно, как парень с этой хуйней не может смириться. Он такой, ну, был бы не ты, я бы, ну, я бы сейчас въебало тебе дал за это, мать святая, не знаю. Да хуя денег вкладываешь, очень сильно стараешься, нанимаешь людей, там, строишь декорации. Выкидываешь это в YouTube, и прибегают чуваки и начинают просто тебя говном поливать. И самые злые люди на планете. Мне кажется, тут еще такой момент есть, что основная масса аудитории, вот комменты, мне кажется, пишут по большей части именно вот ебла, на котором делать нечего. Да? Нормальный человек зашел, посмотрел, ему понравилось, максимум там лайк тыкнул, пошел по своим делам. А тут какой-то говнарь сидит, бля, хуйня какая-то, пусть они знают мое мнение и напишут что-то. Мы с Вовой Бухаровым тут разговаривали, и он мне сказал такую фразу, и про себя, и про него. Он говорит, твой творчество, твой потенциал как комика сейчас близок к нулю. И я так загнался, чуваки, я прям на... Я дня три об этом думал. Это вот было вот в понедельник в этот. И я прям такой, бля, ну в целом, да.